Не надо говорить? Говори, наоборот, говори наша, Танюшка. В смысле наша? Почему наша? А почему не ваша? Общая. Не общая. Когда предупреждаю, я хоть очки сниму. Итак, ребята, сегодня как бы время копа подходит к своему завершению. В плане того, что уже темно, мы подустали, но приехала новая делегация. В лице, конечно же, нашего старого комрада, это Женька. Все вы его знаете. Потом Виталий приехал. Ну и, конечно, всеми любимая именно Татьяна, Танюшка. Конечно, у нас за столом уже как бы поляна накрывается. Все культурно, блин, чуть ли не салфетки, вилки, ложки и все такое. Вот. Сейчас я пробегусь, посмотрю, кто чем сразу стали, кто-то чем-то начал заниматься. Суета какая-то. Там в машине кто-то лазит, кто-то угли топит. Короче, все разбрелись и подают вид, что кто-то чего-то делает и чем-то занимается. Я не знаю. Это так вот женский пол влияет, ребята, на мужское сообщество. Вот, так что погнали, ребята, дальше. Начинается у нас как бы отдых. Поработали на славу, монеты откопали классно. Кстати, с этого фундамента лично я откопал 31 монету. У Сереги 20 с чем-то, у Пашки тоже что-то в этом роде. В общем, около сотни монет мы с этого фунда дернули. Вот, так что, ладно, не обессудьте, отдых есть отдых, должны мы отдыхать тоже по-человечески. Откопали и отдыхаем. Виталий, есть чашка, да? Смотри, ага. Там шашлычок. Шашлычок, Виталий, здорово. Приветствую. Виталя. Уже шашлычок готовит. Жень, здорово, Жень. Да, добрый вечер. Приехал Женька. Так, я фонарик включил свой, чтобы видели все. Вот, Женька приехал. Вот, но он приехал не один. Всеми любимый у нас привет, Татьяна. Привет. Привет, солнце. Привет. Ребят, смотрите, как сразу ярко стало у нас в нашем лагере. Тепло и уютно. Поляну аж накрыли на два стола. Вот. Пьющих у нас, ребята, немного, но все равно, я думаю, сейчас за встречу. Тань, мы с тобой вообще давно... Конечно, год не виделись, представляете? Целый год. Ровно год. Кстати, да. Таня, а ты помнишь, что ровно год назад ты у меня выиграла монетку? Да. Вот, я тебе ее привез. Да ладно? Да. Сейчас будешь дарить. Ну, знаешь, как ты подойдешь ко мне. Вот, пожалуйста. Посмотрим, пожалуйста. посмотрим. Давайте, я уже устал бутерброд держать. Смотрите, он такой жирный бутерброд сделал, смотрите. Ну прям, Сереж, вот это вот количество сала можно было на троих разделить. Ну что, у нас, смотри, сколько что делить. Проглот ты, блин, Сереж. Перекушай, проглот. Пожалуйста. Вроде, смотрите, худой, блин, да, а ест, блядь, за пятерых. Вот, так что ладно, ребят, сейчас еще монетку подарим. Кстати, монетку выбрала моя супруга, говорит, мне вот это больше всех нравится. Я говорю, хорошо, если тебе нравится, значит, Танюшке мы ее и подарим. Спасибо ей. Ну все, погнали. У нас вот стол, как бы, дошираки, колбаса, сыр, сало. Вот. А как Татьяна, приехала? Ребята, сразу смотрите. У нас столько сразу поваров объявилось. Все начали что-то показывать свое произведение искусства. Даже вон Костяныч на сковородке. Смотрите, на сковородке там офигарит картошка, ребята. Картошка на сале. Картошка. Ой, вот это, блин, повара кругом, блин, а. Везде фурчи, везде все жарится. Вот картошечка сейчас будет у нас под холодненькую, беленькую. Вот. Шашлычок чуть попозже. Кинг у нас сегодня будет довольный. Подгорел что, да? Надо было побольше сала положить. Или ты без сала? Сало. А что тут? Надо было сало нарубить туда и все. Было бы классно. И так классно, да? Сейчас яйца надоем. Ёпта, мать. Факиры кругом. Вот, Кингушка скучает. Да, мальчик? Сейчас я, Кингуш, стану добрый, и тебе тоже перепадет. Итак, ребят, ну что, как бы рюмки высушены. Сереж, высушены, да? Или уже налиты? А, уже налиты. Ну, давайте, ребят, тогда под налиты хочу Татьяне, нашей единственной сегодняшней девушке, вот, подарить то, что действительно ее ровно год назад, наверное, да? Год назад, наверное? Да нет.
назад. Меньше? Это где-то на 8 или на день рождения, вот что-то такое. В общем, она у меня на канале выиграла монетку. И монетка достаточно вкусная тем, что эту монетку у меня супруга для нее выбрала. Я супруге выложил монеты все, какие нужно. И вот, знаете, выбрала она вот такую вот шикарную монетку. Это 2 копейки Александра. Александровские, именно 1820. То есть круглая. Именно год практически, да, времена Наполеона. Вот, очень вкусная, сохранчик бодрый, патина родная. Консервация ничего не делалась. В общем, монета достаточно хорошая. Танюш, вот смотри. Вот такая вот монетка уходит в твои личные владения. Хоть ты не копаешь, но я думаю, в ближайшее время начнешь, да? Да. Она сегодня, ребята, уже заикнулась, что на следующий год будет брать металлоискатель и с нами копать. Спасибо большое, спасибо. О, мое солнце. Ну, ребят, вот так вот. Монетка моя! В общем, ребят, вот так вот немножко у нас иногда бывает. Истерично, конечно, но очень приятно. Ну, я не истерила вообще-то. Да, вон аж Кинг возбужден ходит. Не только Кинг, да? Все. Ну, ладно, ребята, мы возвращаемся к застолью. Ну, все, за монету, да? А, кстати, ребят, хоть к застолью, блин. Паша у нас приехал с Казани, вон он, видите, фигурирует тут сзади. И он тоже Танюше хочет сделать подарочек. Так как все практически являются членами нашего сообщества, являются в группе все друзья. И вот, знаете, Павел, Татьяна первый раз как бы увиделись с нами на копе. И Павел хочет тоже сделать ей подарочек. Кинг, у меня нет. Из ничего. Казани. Паш, твое слово. Ну что, у нас Татьяна выяснила, что любит ложечки. Ложечки? Да. Это когда это выяснилось? Очень интересное. Ну, в процессе накрывания. Ребята, она есть любит, есть любит. Хотя она сама, смотрите, стройняшка. Но мы еще посмотрим, насколько стройняшка, я думаю, заснимем, да? Но мне вообще... Ватники оденем, такая будет пузатая. Да, Паш. Вот. У меня есть очень интересная ложка. Она такая классная, интересная. Блестящая. Я думаю, что Татьяна будет очень довольна. Конечно. Ну, ребята, она сегодня из нее будет кушать. Я уже вас... А, я вон уже вижу, смотрите, какая. Это то, что откапать. Ребята, он хотел вот такую ложку ей подарить. Но я аж сам удивился, блин. Неужели он на самом деле хочет такую ложку ей? А на самом деле, ребята, смотрите, какая ложка. Ну-ка, Тань. Дай. Я не могу. Я не могу. Ребята, ложка. Ложка вот такая вот интересная. Смотрите. С одной стороны имеется Екатерина, а с другой имеется Орел. Даже год, наверное, да, видно? Не? Не видно, Паш? Год есть? Не видно. В общем, вот такая цивильная ложечка. Именно в таком вот формате. Ну, здесь, конечно, проба есть. Серебра. 84-я проба. Все. Да! Теперь я буду из нее есть. Теперь я буду есть вообще-то. Это мое, да? Спасибо большое. Спасибо. Так, жена, надеюсь, Паша не видит, да? Я думаю, не обидится. Да. Ничего тут криминального нет. Ну, все, ребята, огромное спасибо Паше, что нашу любимую всеми Татьяну он одарил таким вот подарочком. Екатериной. Ну и все. Давайте, разливайте. Погнали. Итак, ребята, пришел к завершению очередной выход. Это очередная оконцовочка выхода. То есть какая-то получается, да? Первая, вторая часть. Находки порадовали большим количеством монет. В основном монеты у нас советские. Но и царики тоже выскакивали. Особенно порадовала непосредственно, ребята, металлопластика. Сегодня ее было в изобилии. Очень интересные знаки. В частности, знак был шеврон. Шеврон именно на кокарду. Это морская. Затем у нас выскочил что? Насмерть Ленина. Затем еще интересная находка. Это у нас появился императорская какая-то
интересное. Не знаю, в данный момент сказать не могу, что у нас выскочило, но вы уже, наверное, знаете. Царики, да, советики, да, но в целом нормально. Откопали сегодняшний день. Все застолье я вам не показывал, потому что, как по многим критикам, комментариям, пьянки, гулянки неинтересны, и все застолье вам не нужно. Но я вам хочу сказать, классно посидели, классно отдохнули. Многие комрады у нас уже отправились отдыхать, но некоторые еще сидят за костром. Ну а я тоже отправился отдыхать, потому что завтра будет новый день, новые приключения, и я думаю, что-нибудь интересное у нас выскочит. Планируем завтра покопать полдня, но за полдня, я думаю, найдем фундамент, который немножко даст. Ну а так, в целом, ребята, в целом компания за костром еще сидит. Какое количество людей, кто там у нас сидит-то? Танюшка сидит, Виталий сидит, Паша сидит и Женя сидит за костром. Вот мне здесь сообщение на окне оставили. Любовь. Здесь тоже сообщение мне, видите, оставили. Знак сердечко. 2021 век. 21 год. Вот. И вот такие мне послания здесь отправили. Вот. Ну так что, ребята, ладно. Все. С этой компанией завтра встретимся утром. Ну а сейчас все, ребята. Я устал, Кинка устал, и мы спать. Пока. До завтра. Доброе утро, ребят. Ночка была как бы холодная. Но я сегодня проснулся от жары. Забыл выключить печку. И мы на ногах. Вон уже суета осуществляется. Кто-то похавать хочет. Паша вон домой уже собирается. Жалко, печально, конечно. Вот, и в связи с этим я хочу сделать обзор находок, которые сделал Паша за сколько? Ну, за 2 дня вместе копали. Вот. Так что сейчас находки Паши. Он раскладывает. Давайте с ним заодно поболтаем, пока он раскладывает. Он, в принципе, самый удачный копатель у нас оказался. Паш, что хочешь сказать по поводу нашего сегодняшнего выхода? Уезжать точно неохота. Ну, я бы еще на сутки. Ну, оставайся, что ты. Я бы остался, ребенок ждет. Кстати, вчера у Паши Татьяна, которая приехала, отобрала 2 монеты. Вот. Да, надо учесть сейчас при подсчете. Да, при подсчете. Короче, 2 царика там, по-моему, 2 и копейка. Ну, Паша, ну, доброй душой, блин. Бери, Танюш, бери, бери. И она, короче, отвинтила у него 2 царика. Ну вот, сейчас он разложится. Посмотрим, что интересного тут. Надо белый принести. Добавить. Угу. Ну, в принципе, нормально, блин, штука 30, наверное, точно, да? Побольше. Вчера считали 50. Вчера 50 было? Да. Ну, сегодня что-то, наверное, мне кажется, поменьше получается, да? Ну, после того подсчета как раз-таки уже меньше. Ну, пятаков только, ну, конечно, мертвые они. 6 штук. Ладно, давайте посмотрим, что. Раскладывайтесь. Да. Итак, ребят, ну что, самое интересное по металлопластике. Ну, почти целый самовар. Почти целый. Затем вот такая вот хреновина. Это у нас подсвечник. Вот такая крышечка интересная, красивая. Часики. Ну, мы ради монет, ради находок приезжаем. Это у нас запутка просто. Вот, ну получилось как-то вот так вот, ребят. Давайте отмечу только интересные вещи. Монеты это банально, стандартно. Копеечки, 2-шечки, 15-шечки, 10-шечки, 2-шка.
24-й год. Двушечка неплохого такого сохрана. Двушечка 1902 год. Неплохой. Копейка. Вот. И Танюха вчера еще две забрала у Паши. Крестиков 4 штучки. У него, как ни странно, они все целые. У меня вчера были все поломаны. По пятакам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пятаков из металлопластики. Интересно, это же значок раннего образца ВЛКСМ. Приятный эмаль на месте. Это у нас, ребята, от спичек. Я вчера нашел вторую часть. Но она обычная, без всего. Медаль. Медалька вот такая отыскалась. Мы в этот день отыскали 3 медали. Пацаны медали искали. А Серега отыскал все колодки на эти медали. И, короче, Серега всем подарил эти колодочки. Вот такая вот интересная. Это ранняя. Потому что она большая и в тяжелом металле. Это мы так и не поняли. То ли немецкая, то ли советская, не знаю. Ну и, конечно же, вот эта монета. Первую часть. Изюминка. Была верховая. Самое главное, что в первые минуты копа она была найдена. Рубль 1897 года. Кстати, ребята, этот рубль мы разыграли на своем стриме. Как-то вот так вот. Ну что, Паш, доволен? Абсолютно. Уезжать не хочу. Ну, не уезжай. Я знаю, что я увезу две вещи. Это хорошее настроение и хорошую погоду с собой. Да. Отличные впечатления. Хорошая погода. Это будет самым большим бонусом. Ребята, он хорошую погоду заберет, да? А значит, у нас скоро вообще будет погода говно, да? А в Казань наладится. Да? У вас ее много, у вас останется. Ясно. Ну ладно, давайте сейчас. Ты лучше пчел забери. Позавтракаем, поужинаем. Да, и пчел забери. Да, и пчел уезжай, и пчел забери с собой. Ладно, погнали дальше. Меня не надо. Ребят, сейчас я сюда вернусь и вам расскажу, что здесь происходит. У Костяныча рядышком. Орлянка. Пуговка. Ух, какая красивая, большая. Залепанная, правда. Залепанная? Хорошая, большая. Ну, обычная пехотка. Ну, блядь. Да. Ну, интересно, блядь, такой, знаешь. Какая-то, да, со смещением. Такая, ребята, ну как-то нестандартная. То ли цвет, то ли что. Ну, такая, ну, приятная. Приятная находка, если честно. Да, кстати, если вдруг у вас попадается на копе незнакомая пуговка, и вы хотите определить, датировать ее, то я вам рекомендую вот сюда. Группа ВК, где вам всегда помогут. Ссылка под этим видео в описании. Орленочка, блин, царизм. Царизм здесь пахнет. Ну, давайте вернемся вон к той его делегации. Сидим мы тут, смотрим. И это, ребята, был магазин. Магазинчик. Из меня сегодня уже не копатель. Копать я, наверное, сегодня не буду. Буду просто в роли оператора. У нас Танюха копает. А Женек у нас ходит, за ней прозванивает. А мы все смотрим дружные вот этой компании, как Танюха копает. Завидуем? Да. Копай. Копай. Показал, копай. Смотрите, она в чем копает. В белых сапожках. А там, смотрите, там белые носочки, ешки. На коп приехал. Пробки пока копать, да, Тань? Да. Пробки одним пробком. Магазинные пробки. Ну, она вчера удачно заехала к нам на огонек. В кармашке у нее уже 4 царя. И шикарная ложка. Что за ложка? Посмотрите в третьей части. Ребята, наконец-то они монетку нашли. Танюш, какая монетка? Не одна даже. Там уже сразу пополам поделили. Ну,
24-го. Какого 24-го? Держи его. 40-й. Это 40-й. 49-й. Я уже посмотрел. 57-й. 10 копеек. 57-й. О, ребята, смотрите. Монетки пошли. О, еще, Жень. Смотрите, поперло. Поперло. А ты, Жень, вот только что, да, сказал, блин? Нет, ничего нет. 52-й. Ребята, смотрите. Смотрите. Все сидят, блин. Танюха копает. Любо-дорого смотреть. На три вещи. Как горит огонь, ну, течет вода, и копает, копает Танюха. Ломает, ребят, видели, как Барби с лопатой? Вот на Барби с лопатой. В белых туфельках и белых носочках. Блин, ну работает как трактор. Ее надо брать с собой, чтобы она копала. Да? Классно. И вид хороший отсюда. Все, материк там, да. Там это, да, это, ядра не надо копать. А то до магмы докопаешь. Лопата поплавится. Вот. Ты же хотел сама поднять. Вот давай, бери приборы и прозванивай. Тань. Чего ты? О, что-то запищало. Нет, мне больше интереснее Танюху снимать, чем тебя, Жень. Лопатой, да? Да. Сейчас, наверное, зрители будут критиковать, блядь, нас. Мужики, вы чё, а? Вы чё творите-то? Ребят, мы 3 дня уже копаем, мы уже устали. Дядя Лёша нам рассказал, где здесь все было. Он здесь родился. А может, не кидать, и вот последний прям житель. Да, прям так. Сзади. Это все его хозяйство. Погоди. Ну что, ребят, что-то для магазина как-то больно слабенько. Монетки были всего вот, наверное, вот на этом участке, где дядя Лёша нам сказал. Здесь был прилавок, здесь была печь, между прочим, подтверждения были, вот, а там был склад, вот, и вот все монетки были вот здесь вот, на этом маленьком участке. У Сереги немножко монет, и у Женьки с Танюшкой тоже вот так вот. В принципе, все монеты среднего размера, ни одного пятачка нету. Дядя Леша сказал, что этот дом разбирали и перевозили. Так что, возможно, когда полы снимали, блестященькие, крупненькие монетки, конечно же, наверное, забрали. Ну, монетки стандартные. Рамочники. 40-й, 50-й год. Ну, для магазина слабовато. Мы думали, перспектива будет побольше. Ну ладно, как-то так. Итак, ребят, на этом будем заканчивать сегодняшний видео-выход. Копали мы 3 дня. Находки просто классные. Кто остался в живых, я сейчас покажу находок. Получилось достаточно много. Порядка 200 монет, не считая те монеты, которые увез Паша, которые увез Макс, который один из подписчиков решил с нами пообщаться. Плюс сегодня присоединились еще 3 человека. Вон, видите, стоит. Замерзла, замерзла. Страшно. Танюш, замерзла. Вот только вы видели бы, как у нее ручонки трясутся. Вот держит чай, а чай вот так вот колышется, болтается об стенки. В общем, весь стол залила, блин, чаем своим.
Вот. Нравится? Вообще супер. Вот. Надеюсь, еще вы ее как-нибудь увидите. Так, находки разложили. Пацаны селфи уже понаделали. Вот. Женек тоже сейчас уезжает, да, Жень? Вот. Приехал просто, ребят, пообщаться. Наковырять там сколько, с десяток монеток. Шурфить они начали магазинчик, но магазин, к сожалению, не дал того, что хотели. Вот. Костяныч, он профессионал с большой буквы, копает очень много, часто. И новичок у нас тоже есть. Вон, за обе щеки уплетает. Виталек, блин, ест много. Ну и копает тоже. Вот, Серега, ну как всегда, Серега там селфи какие-то делает, да, Сереж? В ЛКСМ. Вот, так что давайте долго не буду разглагольствовать. Пошлите смотреть находки. А посмотреть есть что. Ну а по находкам, ребят, у нас получилось сегодня нехило. Откопали все ударно. Вот такое количество монет. Много, да, ребят? Ну, как-то так вот мы копаем. Сейчас я особо уделю на некоторые предметы внимание, особенно на верхний ряд. Здесь просто зачетные вещи. Давайте слева направо. Вот такие две стекляшечки. Это даже обломано, но все равно я ее заберу. Она, это заглушечка для бутылочки, и очень красиво выглядит. Самая первая моя находка, сигнал, это вот такая вот пряжечка женская от ремня. Все зацепы на месте. Почиститься будет очень-очень красиво. А по крестам у меня получилось как-то вот так вот. Вот такое количество. Вот это вообще красивый крестик, ребята. Смотрите, какой красивый. Вообще красивый крест. Крышка нашлась. Я думаю, он даст. Вообще зачетный. Вот, дальше что у нас? А, образок. Был образочек с большим количеством святых. Очень красиво. По монетам у меня самое ценное, что было, это серебрушка, двадцатка, 27-й год. Две серебрушки, пятнашки, 1/2 копейки, 99-й. Две трешки, 900-й год, неплохой, хороший. И 99-й. Прям погодовочка. Ну, здесь вот царик, царик, царик. И вот такая вот интересная монетка. Я предполагаю, что это двушечка Австро-Венгры. Дальше. Здесь советы. Пятаки, пятаки, трешки. В общем, ничего сверхъестественного нету. Общее количество моих находок получилось 66. Дальше. Вкусняхи Серегины. Да, Серега сегодня по вкусняхам вообще отличился. Вот такой вот, ребята, штукой. Вообще огонь. Вообще огонь. Я такое не видел, да и уверен, что и вы тоже не видали. Я предполагаю, что это нашивалось, знаете, как ополченческие кресты на фуражке. И это тоже что-то связано с морской тематикой. Потом вот такая шедевральная находка. Мы ее будем реставрировать. И я думаю, у нас это получится. Прочитать так и не разобрали. Хоть вроде проглядывается надпись, но не смогли. Дальше. Вот такая вот кокардочка. Тоже нестандартная, маленькая. И имеются зубцы по всей окружности. Это у нас офицерская. Дальше еще одна вкусняха. Смотрите, какой маленький экземпляр. Знак Ким. Ким. Смотрите, насколько он меньше. Вот, два образца. Так, вот так вот, наверное, перевернуть надо. Для сравнения. Вот, смотрите, два значка. Вообще огонь. Супер маленький самоварчик был. Вот такая красотуля. По меди. До 30. Трешка 24-й год. Сохран бодрый. Двушка 24-й. Две двушки царя. Копейка. 1/2 копейки тоже, как и у меня. 99-й год. Ну, у Сереги сохран немножко получше. Дальше советики. Рамочники, щитовики, все банально.
банально. У Сереги получилось 57 монет. Дальше. Самое, наверное, тоже вкусняхи. Это у Костяна. Шурфил он зачетно. Вот такая царская символика, ребята. Это у нас, наверное, скорее всего, спагон. Вообще классно, все проглядывается, вообще зачетно. Ну, скорее всего, и погоны, наверное. Вот такая же пряжечка. Смотрите, какая. А, красотуля. Зацеп так не нашел, да? Нет, не нашел. Перерыл там. Блин, печалька. У меня есть. Вот. Запас. Замочек. Братья Челинь и Лехарев. Это латунь. Вот также крестики, крестики, крестики. Пуговка орлянка тоже нестандартная. Очень пушистые крылышки. Тоже не стандарт. Дальше. Дедушка, так как у нас Костяныч ВДВшник, дедушка ему подкинул парашютиста. Да, ребят, это ранний знак ВДВ. Потом начали количество прыжков писать. А это вот ранний вариант. Вот такая вот медаль, ребята. В первой части мы их откопали 3 штуки. Один Костян, второй Макс и третий Паша Колпаков, который уехал. Ребят, смотрите, серебро. Раз. Серебро. Два. И серебро. Три. Короче, сегодня у Костяныча не густо по монетам. Но он взял именно вот таким у меня вот металлопластикой шикарный. По монетам у него единственное царское серебро. У меня 3 штуки, но они советы. Царик-двушка, царик-двушка. И вот такая маленькая вкусняха. Читайте, смотрите, что это. Год вечера, скажу тебе. Сегодня это полушечка. Александра II, и она очень-очень дорогая. Редкая, самое главное, дорогушка. Дальше что у нас? Пацаны подъехали чуть позже. Женька царская, 1908 год. Ну и советики, советики, советики. Крутяк, да, ребят? Крутяк получился. По монетам очень много. Это еще Паши нет, а то бы стало точно не хватило бы. Ну, самое главное, мне понравилась металлопластика. А еще Макс, считай. Да, еще Макс уехал, я не делал обзор максовский. Ну, прикольно, два стола пришлось ставить. Да, два стола бы, наверное, пришлось таких ставить. Так что, все, ребята, сейчас кушать и будем прощаться с этими просторами.